Всем здравствуйте. Вот опять я тут более плотно приступил к работе. Позволил себе недавно тут выходной. Поэтому с новыми силами все намного проще дается. Только не знаю, правильно я сейчас поступаю. Я еще не сделал вот эти вот лезвия. Как вот в прошлый раз я показывал вам, после термообработки, так они в таком положении до сих пор. А это что тут? Лишняя деталь. Так вот, что-то меня потянуло на оправки. И вот что на данный момент я заготовил. Не знаю, может, это зря. Всегда привык делать сначала шлифовку, потом оправы. А в этот раз вот так вот потянуло. Это будет G10. Такая жесткая. Супер мощная. То есть на нее хоть кило повесь. Вот весом в кило, блин. Она все это выдержит. Никуда ее не поведет, никуда ее не сломаешь. Вообще. Но, зараза, дороговато. Ладно. Дальше оправка. Из такого вот акрила. Бордово-коричневого. Тоже из акрила, только вот синего. Потом вот из композита акрилового. Но вот это уже, конечно, такая вот она помягче. Помягче. Вот так как-то все это выглядит. Вот. И оправку для немочки. Не знаю, куда ее себе оставлять. Или на сайте вывесить. Даже пока не знаю. Вот такую узенькую оправку. Для узенькой немочки. Вот такой вот. Ну, да. Мне тут сейчас ничего не видно. Но я заметил, что на мониторе, на мониторе компьютера это все намного лучше видно. Вот в эти вещи я не вникаю, в название. Для меня бритва и бритва. Сталь жесткая, конечно, не такая, как, но в сравнении со старыми какими-то вариантами, сталь такая жесткая все-таки. Например, вот недавно точил французика, тоже старенького, где-то начало 19 века, мягкая очень сталь, прям попалась, вообще просто какая-то жидкач. И сыренькую трутвачу точил, убитый, правда, была, пришлось восстанавливать, тоже мягкая очень, прям очень. Вот в сравнении с ними вот это вот жесткая. Ну и что ж, дальше продолжаю сейчас работы. Какие у меня на данный момент будут? Надо плавно бы переходить сейчас под шлифовку, но вот у меня пока думка, то ли вот эту немку собрать в первую очередь, а потом вышлифовывать, сидеть тут целыми днями вот эти лезвия, то ли все вместе собирать. Но сейчас буду уже решать этот вопрос по ходу. Пока все. Вот как-то я в настрой пока ничего не попаду, потому что одного умения мало, чтобы сделать шедевры, так сказать. Вот не просто бритвы, а чтобы они были особенными. Поэтому пока настраиваюсь, не знаю, сегодня хватит ли меня, чтобы настроиться, нет ли, на следующий раз может отложиться. Пока сказать ничего путного не могу по этому поводу. Вот поэтому все еще продолжаю разминаться по-легкому. Собрал вот такую вот оправку для немки. Вот так это все выглядит в итоге. Так, что там еще показать, не знаю. Кому куда интересно смотреть, да? Вот, я еще не точил. Промка ровная. Это уже хорошо. Вот, не знаю, пока вот еще думаю. Для себя, не для себя. Ну как для себя? Если я ее оставлю для себя, я ее плавно уничтожу. Это я, ну, я себя знаю, потому что она меня брить не будет. Я буду на ней тестировать всякие камушки,
кирпичики, все подряд буду, как говорится, тестировать, пробовать, не так опять перетачивать, перетюкивать, я ее просто убью. Поэтому надо еще подумать конкретно, то есть, что мне с ней делать. Вот как-то так. Ладно, возьму сейчас за заточку. Видно. Заточилось хорошо. Где там? Хоп. Волос отпадает прекрасно. Финиш. Это черный гуанси. Надеюсь, будет видно. Думаю, пока что ее на продажу. Мне жалко бритву, я реально ее уничтожу. Уничтожу ее потому что по той причине, то что она не будет меня брить. И это я знаю на расстоянии, если волос. О, распустился. В общем, вот так вот. Она не будет меня брить. Ну, будет, но недолго. Это будет меня раздражать. Я начну издеваться там в плане заточки. И в итоге она не выживет. Давайте попробуем по-другому. Вот так вот. Может, получится показать заточку. Спросите, почему я, к примеру, ее не полирнул, а мог бы. Раритет полировать, ну, дело такое, как вам сказать. Во-первых, это неправильно для раритета. Во-вторых, то есть это раритет, его не полируют. И в-третьих, у нее есть косячок, который выходит на острие. Покажу. Вот видите, на кромочке, на самой прям. О. Да, это не мешает заточить бритву. Да, это не будет мешать в бритье, но факт есть факт. Это какая-то внутренняя фигня, недостаток какой-то такой при производстве. Ну, раньше же сталь хорошая была, делали правильно. Поэтому какие претензии, да? Это если у меня что-то не так, то да, а тут все нормально. Но это я так уж к слову. Многие так не считают, поэтому это к слову просто так. Как бы по смеху. Ну что ж, вроде я немножко поднастроился к шлифовке своих комиссорик. И сейчас займусь вот этими делами. Ну вот все, я готов представить вашему вниманию результат дней минувших. Результат, в общем, положительный. Придраться, в принципе, не к чему. Ну как, в принципе, вообще не к чему придраться, если так разобраться-то. Был один косячок, я его поправил, за счет чего произошли некоторые изменения с одним клинком, и поэтому давайте приступим. Обозревать начнем. Итак, секундочку, а то у нас утарит радио, да еще как-то неловко. Вот так это выглядит. Ничего не скажу, то есть смотрите сами. Тут, мне кажется, комментарии, они бессмысленны. Вот, руки отмыл, чтобы не сильно стрёмно было сделать обзор по вогнутости. Так, резкость-то.
по звуку очень скупой. Вот, это раз. Следующий. Ушки что-то плохо протер. Смотрите, что в результате получилось. Надпись, конечно, мне советовали не, как она правильно читается, не стирать. Но, блин, лучше бы я ее стер. Ладно, пускай будет. И вообще, в принципе, стереть не проблема, но все же. Я как-то прикинул так, думаю, если я бурмашиной напишу, то после термообработки все это дело как-то проявится в другом свете. А нет. Ох ты, пропустил я лепесток на предыдущий. Сейчас вернемся. Мы недалеко отошли. Короткий звон. Предыдущий имеет вот такую вогнутость. С таким же скупым коротким звоном. Хотя вот это самый скупой на звон. Но она и поуже по лезвию, в принципе. Ну и изначально было задумано именно так. Можно сделать более звенючие, но они будут более жидкие на полотне. То есть полотно будет более такое слабенькое. И это уже будет приближенное что-то к тонкой вышлифованной труд вачи. А у многих проблемы с этим моментом в чем? Если щетина пожестче, хотя бы средняковая, то она скачет. Она частенько перескакивает эти все... То есть волосы уже, которые там укорочены были до этого, допустим, первым проходом. И то есть, ну, вызывает вот это вот неудобство. Поэтому я не стремлюсь к этому моменту так, как оно надо, да? Это вот самый тонкий лепесток. Вот здесь еще как-то надпись-то как-то еще что-то на что-то похоже, да? Видите, носик изменен. Это неспроста. Это кончик я умудрился чуток переточить. Вот прямо именно вот это место вот здесь вот. Сколько тут? Ну, миллиметра 3. Да, где-то. Слышите, да? По звону даже уже слышно, что он более такой певучий. И по полотну, сами видите, растворяется в воздухе. Ну-ка, вот все проминается, все полотно проминается при нажатии легком ногтя. Вот это вот то, что я говорил ближе к трутвачи. Ну, до трутвачи тут еще, в принципе, далеко. До стизов там всех этих прочих вот таких делов очень далеко. Во-первых, здесь твердость такая, которую не видели те бритвы. И что получается? Ну и плюс здесь еще... Толщина чуть больше, и поэтому твердость, толщина, они дают свою вот эту вот жесткость полотна, пружинистость, то есть мощную такую. То есть пружина мощная. Вот. И что? На данный момент мы
будем двигать. А двигать мы будем следующее. Оправы готовы. Клины готовы. Что мы делаем? Правильно. Мы занимаемся сборкой, но уже не сегодня, потому что сегодня все. Умотался конкретно. А сборочка будет уже следующий день. Буду плавненько собирать, чтобы не допускать каких-то ошибок, потому что переделывать оправы реально муторно, реально напрягает и реально дорого. Поэтому зачем это, кому это надо, да? Мы просто плавно все это дело соберем. И после уже, не знаю, в тот ли день или в следующий, займусь заточкой. Ну вот как бы все. Вот. Немочка еще лежит у меня здесь. Я тут затачивал свою бритовку. Ну, на каямку таскал. Потому что я тут на ней опять издевался. Заточками тут тестировал. Вот. И заодно вот эту собрал оправку. И тоже заточил. Но я вам уже показывал, что там грешок есть. На стрие. Вот. Поэтому смотрите сами. Надо кому нет. Если ее вообще кто-то заберет, то вот за клин я одному человеку, который мне его подарил. Подарил он просто для испытаний вот всяких разных, там, как шаблон обвести, там что-то свое добавить, вот так вот. Он просто мне ее взял и прислал. Поэтому, если эта бритовка продастся, то я вот эту стоимость, то есть разделю и отправлю, то есть часть этой стоимости вот тому человеку, который мне прислал этот клинок. Я понимаю, что могу это не делать, но я считаю, что это будет неправильно. Вот. Ну и вот так вот. Если нет, нет, значит она у меня останется и будет испытуемой. А так вот все. Бритвки получаются хорошие. Вообще прям даже интересные, я вам скажу. Я просто вот уже их вижу в оправах. А я их вижу в оправах. И мне нравится, как это уже все выглядит. Я вам скажу. Давайте вот я сейчас вам тоже помогу увидеть это в оправах. Сейчас, секунду. Ну, что возьмем? Что возьмем? Давайте вот крайний возьмем. Подсоберем на сверлышке. Так, секундочку. И сейчас я примерно определюсь. Вот так она должна выглядеть в собранном состоянии. А как вам? Кайфовая штука-то, да? Реально кайфовая. Вот так-то. А вот так вот, то есть можно прямой бриться, можно, но тут неудобно, все разваливается на сверле. То есть все удобно, ну как бы я всегда думаю о том, что этой бритвой человек будет потом бриться, а не вот просто красоваться или на полке будет, или что-то еще мудряться с ней. И пока вот сейчас вам показывал вот этот вот момент, в голову вдруг пришла хорошая мысля. Не надо падать, я вас полировал, полировал. Ну, мне несложно повторить. Какая мысля-то? Что, да, не хватает? Что-то не хватает. В принципе, она здесь не нужна, а это насечка. Но я думаю, я ее сейчас забабахаю. Почему забабахаю? Во-первых, чтобы смотрелось брутальнее. Во-вторых, да нифига тут не скользко, но. Ну, в общем, сейчас помудряюсь. У меня как раз есть на это вот время. Я вообще где-то примерно часик остался. Хотел тут уборкой заняться. Но сначала вот займусь вот с этими, с насечками, а потом уже уберусь. Тут грязь всю выгребу. Там же грязи. Вот вроде железки небольшие, да, по сути. А грязи с них как будто такое ощущение, что привезли прямо мешок, высыпали, бахнули тут. Вот так вот все это выглядит. Поэтому тут постоянно нужна уборка. Но это уже совсем другая история. А на этом, думаю, обзор состоялся.
И назову ее так, что вот начал с разминки, начал с немки, свою занудку подогнал чуток, вот, который терпит все мои издевательства. И как-то маленько разогнался, размялся и понеслась. Все получилось хорошо. Все. До встречи.